Вторая книга «Волшебник изумрудного города». Эту книгу написал русский писатель Александр Волков в 1939 году, а Баум свою книгу под названием «Волшебник страны Оз» написал в 1900 году. Знаете, чем отличаются эти две книги? Отличий, конечно, много, но расскажу про некоторые. Главную героиню этой книги зовут Элли Смит, а не Дороти Гейл. У Элли есть родители Джон и Анна Смит, а Дороти – сирота, живет у своего дядюшки Генри и тетушки Эм. Когда Татошка попадает в волшебную страну, он начинает разговаривать, а Тато таким даром не обладает. Дороти живет в домике, а Элли живет в фургончике, снятого с колес и поставленного на землю. Тоже тяжелая.